Сегодня утром губернатор Молдовино дал ответ на прозвучавшее обвинение в том, что он потерял веру в способность полиции сохранять порядок в Дикон-Сити. Губернатор подчеркнул, что всячески поддерживает капитана Джексона Брикса и его отдел по борьбе с преступностью и гарантирует любую помощь. По словам губернатора, ситуация находится под контролем. Рост 1.85 м. Редкое врожденное заболевание, ихтиозер Лекина. Клетки кожи постоянно превращаются в ромбовидные чешуйки и не способны удерживать воду. Ко всему прочему, глаза не имеют век. Продолжительность жизни 2 недели. Нашему парню 30. Ему нравится отрывать жертвам головы. Эти головы он хранит в холодильнике. И достает по одной, когда проголодается. На его счету несколько десятков смертей. Кодовое имя — Рептилия. Следующий — доктор Алан Цан, пластический хирург. Первое убийство произошло по случайности. О двух следующих дюжинах этого не скажешь. Сам не смог пережить смерть пациентов. Сошел с ума и обратил скальпель против себя. Изуродовал лицо пирсингом. Превратил зубы в клыки. И хирургически имплантировал 20-сантиметровые лезвия в руки. Кодовое имя Барака. Последнюю информацию о Бараке передал Джонни Кейдж. Да, тот самый супергерой из боевиков. Но актерская карьера быстро закончилась, и парню нужна была работа. Джонни стал агентом под прикрытием. Есть основания полагать, что один человек, Шан Сун, стоит за этими убийцами. Накануне гибели
Джонни сообщил, что Шан Сун устраивает некий турнир. Подпольная смертельная схватка между лучшими бойцами мира, серийными убийцами и наемниками. Поэтому я и вспомнил о тебе, Ханса Асаси. До того, как попасть за решетку, ты был лучшим наемным убийцей самого беспощадного клана в Японии. Я отпущу тебя на свободу. И если турнир действительно состоится, Шан Сун разыщет тебя. Если турнир существует, ты сможешь уничтожить рептилию, бараку и всю прочую мразь, которая там соберется. Мы хотим, чтобы ты записался на турнир и победил. Чтобы ты сделал то, что у тебя получается лучше всего. Убил их всех. Ты много обо мне знаешь. Наверняка и то, что я добровольно отказался от свободы. Но ты не догадываешься, что я могу вернуть ее в любой момент, как только пожелаю. Так скажи, детектив Брикс, что ты можешь предложить в обмен на мою помощь? Соня Блейд, как всегда вовремя. Саб-Зиро. Он мертв. Снимки были сделаны вчера. В прошлый раз ты убил его брата. Не может быть. Саб-Зиро прекрасно себя чувствует и будет участвовать в турнире. Хочешь добраться до него? Пожалуйста. Живых не оставлять. Никого. Асаси, ты слышал? Найди Шан Суна и убей его. Ханса Асаси умер. Меня зовут Скорпион. Смертельная битва.